Владимир, я бы хотел вам предложить заточить очень интересный инструмент, который умеет затачивать, я думаю, любой садовод у себя на даче и делает это самостоятельно. Называется он ножовка по дереву. Ножовка по дереву, где мы покажем, как с помощью наших станков, нашего опыта и наших технологий, мы как быстро, ну, наверное, все понимают, затачивать вручную ножовку, это довольно-таки сложно и муторно. Нужно взять напильник, трехгран, да, и каждую сторону, каждого зубца сидеть и релаксировать, ну, довольно-таки длительное время. На примере вот обычной садовой ножовки по дереву мы покажем ряд, всю заточку делать не будем, ну, но какую-то да, часть покажем, просто... покажем, как непосредственно это делать. И хотим обратить внимание, что заточка именно с применением станков становится не мучением, а упрощением и, соответственно, заработком. Ну, скорость. Маэстро, да. Прошу. Сейчас, да, я вот установил, опять же, подготовил на станок ADEMS GMT-2 вот такой вот замечательный круг. Градус здесь идет 35 градусов общего угла, соответственно, и поднял движок на самый верх. Для чего? Для того, чтобы я, когда буду именно опускать ножовку, протачивая каждую, ну, одну из сторон зуба, да, чтобы она у меня как раз не уперлась в сам стол. Ну, даже если она у меня и упрется, я могу его немножко сдвинуть чуть на край, но это очень удобно. И дальше потом я сделаю, то есть, один прогон по одной стороне зуба, сделаю переворот, сделаю прогон по другой стороне круга и круг перекидывая на другую сторону двигателя. То есть, соответственно, я сделаю заточку по всем четырем сторонам этого круга. Вот. Да, сейчас, Эдуард, вы хотите показать перед началом заточки? Да, смотрите, у нас есть два варианта заточки. Для тех, кто не уверен в своей, так скажем, ну, боится или переживает за повторение угла, недостаточно опыта. Мы сейчас заканчиваем доработку вот такого стола, который крепится вот на этот вот, на вот эту направляющую, на каретку. Для чего он нужен? Когда вы устанавливаете угол на заточке зуба, вы поворачиваете столик именно так, да, то есть... как вам нужно, и, соответственно, проводя по, ну, давайте схематично покажем, проводя по вот этому по столику. Опорному столику, вы гарантируете соблюдение угла по всей на всех зубьях. Вот, Владимир уже заточил не первую тысячу ножовок, ему данный не нужен столик, и он вам покажет на круге, специальный круг, который он уже презентовал. Ну, я выберу сейчас там, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, штук 6 зубьев, и как бы техника заключается в следующем, то есть вот мы берем, настраиваем подсветку, то есть выбираем именно ту сторону, которую необходимо затачивать. Увеличиваем скорость. Здесь можно данный станок смело... оснащен частотным преобразователем. Да, смело 1700 оборотов. И вот так вот прям мягко. Алмаз делает свою работу исправно. То есть вот я вижу, что я вышел на режущую кромку. И просто перекидываю через зуб. То есть вы уже поняли, да, для чего мне нужно будет потом еще раз на этой стороне зеркально перевернуть. И потом, соответственно, убрать этот круг, переместить на другую сторону, ну, на другую сторону движка. То есть вот таким вот образом протачивается очередной зуб. Причем выработка и все повреждения просто махом уходят. Вот, это вот опять же лайфхак для тех, кто ранее, ну скажем так, не использовал свой GMT-2, если он у вас уже есть. Качество заточки получается просто очень-очень хорошее.
хотел выругаться матом, но понимаю, что в прямом эфире нас смотрит вся страна, поэтому сказал очень хорошее. Вот, ну, я думаю, достаточно. То есть дальше я переворачиваю, опять же, саму... Сейчас я посмотрю, с какого зуба я начал. То есть вот, да, я начал вот с этого зуба. Соответственно, я переворачиваю, делаю одну сторону уже соседнего зуба. Причем я говорю, обращаю ваше внимание, что алмаз достаточно быстро снимает. Но здесь мы видим, что крупная ячейка. И, соответственно, мне приходится делать по, ну, то есть, не затачивать одну сторону одного зуба, да. Но когда ячейка более, допустим, мелкая, то я могу, ну, так как здесь угловая, я могу протачивать сразу две стороны, ну, по одной стороне двух зубьев. Поэтому иногда еще быстрее происходит сама по себе заточка. Вот. То есть далее опять мы прогоняем очередную сторону, ну, соответственно, следующий зуб, и да, это будет заключительный зуб, но просто я выбрал определенное количество зубьев, и потом на контрасте вы увидите, насколько ножовка подсела и как замечательно она будет выглядеть. То есть мы сейчас выключаем станок. Я сейчас Эдуарда попрошу, чтобы он мне помог чуть-чуть его развернуть. Да. На себя и вот так. Да, чтобы сейчас было видно еще. Вот, сейчас было видно вот эту сторону. Я сейчас меняю достаточно быстро. Видите, какие у меня сильные руки. Я открутил сразу гайку. Вот. Здесь мне приходится ключ использовать. Мы сейчас что сделали? Мы алмазный круг с установленным профиксом сняли для удобства, просто чтобы вам было видно. Можно было делать, может быть, с одной стороны, но мы переставили один круг. Этот круг с левой стороны на правую сторону. И заметьте, когда мы устанавливаем алмазный круг в нашей разработанном оправке профикс, то Биение отсутствует. Ну, практически там. Будет, может быть, если и будет какое-то минимальное. Да, я хочу сразу оговориться и предупредить вас о следующем. Если вы работаете на одной стороне и с другой стороны сняли круг, то есть вероятность того, что со временем это приведет к, ну, как сказать, расцентровке, возможно, осей. То есть у меня такая тема происходила, поэтому предупреждаю. Поэтому, если вы сняли с одной стороны, то, пожалуйста, верните туда этот, ну, допустим, в данном случае это алюминиевый круг с магнитом. То есть затянули его, затянули этот. Вот. И, соответственно, он теперь очень быстро и абсолютно также идентично готов к той работе, которую я выполнял. Все, теперь получается, вот эти 6 зубьев, которые я выбрал, на этой стороне я уже их закончу. То есть я также беру, нахожу, откуда я начал. Вот, откуда я начал. Вот, и, соответственно, также я... То есть обороты небольшие, зубья не прижигаются... Ну, прижим, естественно, я чувствую. То есть вот я вышел на режущую кромку, соответственно, закончил. Взял следующий зуб. Вопрос, сколько мы берем за эту работу, господа, от 300 рублей. Заметьте, ну, скажем так, савдеповских ножовок, поверьте мне, в каждом городе очень много. И некоторые люди приходят и приносят их как раритет. И для них, знаете, иногда стоимость заточки, ну, для кого-то просто не важна. То есть человек говорит, да, я хочу, чтобы вы мне это заточили. То есть все, я сейчас переворачиваю. И у меня идет заключительная проточка уже той стороны зуба, которую я... Ну, собственно, не трогал. Так, сейчас, секунду, я ее найду. Вот она. Да.
Причем вот такой заточкой мы можем даже выровнять высоту зубьев. Причем достаточно, ну, относительно легко это происходит, потому что заход идет по всей длине. Мы видим, когда происходит выход на вершину, и, собственно, ну, когда заканчивается заточка, то я очень часто замечал, что зубья по высоте выравниваются. Ну, потому что стараюсь как бы заглубиться или наоборот просто пройти по всей. И вот, ну, один из последних зубьев, который, собственно, сегодня нужно было заточить. То есть сейчас вот на контрасте будет очень видно хорошо качество заточки. Но и опять же не забывайте то, что на каждый зуб, у каждого зуба две стороны, четыре переворота, и, соответственно, по времени это, конечно, занимает определенное количество. И, то есть, ну, как бы цена, я думаю, что 300 рублей это такая относительно. Вот, я показываю, если наш оператор сейчас сможет на, ну, как бы показать. То есть, ну, Эдуард, вот оцените сами как бы работу. То есть видно, что вершина стала зубы максимально острой. И грани. Да, ножовка выглядит как новая, зубья все обновлены. Если бы не следы ржавчины или какого-то дерева, то, наверное, мы бы приняли ее за новую. Ну, услуга по зачистке у нас в мастерской тоже существует. Мы предлагаем это, но опять же, там это, не всегда люди. Довольно-таки очень хороший и качественный результат. Я думаю, что клиенты будут очень довольны.